Жители Ханты-Мансийска пожаловались на то, что город окутало дымом. Причиной неудобств стал ландшафтный пожар вблизи муниципалитета в пойменной части Иртыша. На тушение направили 22 огнеборца, беспилотник и 3 речных пожарных судна. В связи с тем, что смог от возгорания добрался до столицы Югры, Роспотребнадзор провел замеры концентрации частиц вредных веществ в воздухе. Превышений не зафиксировано. Прокомментировала ситуацию и губернатор Наталья Комарова. Глава региона сообщила, что возгорание произошло из-за человеческого фактора. Мы сначала развлекаемся. Костры жжем. А потом требуем, чтобы дыма не было, смога не было, запаха не было. Вот, и так далее и тому подобное. Вот обратите, пожалуйста, на эти обстоятельства, уважаемые югорчане, внимание.